Спортсмен, спасибо тебе большое, что ты помог мне донести сумки. Я бы без тебя не справилась. Мне так нравятся сильные и заботливые парни. Пожалуйста, Даша, девчонки не должны таскать тяжелые пакеты. Если тебе еще понадобится помощь, обращайся. Конечно. Котятки, приветик. Теперь вы знаете, какие парни нравятся Кошкиной. А вы, девчонки, пишите по секрету, какие мальчики нравятся именно вам. Я каждый комментарий прочитаю и пролайкаю. А вы, мальчишки, пишите, помогаете ли вы своим девочкам, мамам или бабушкам. Даша, Даша, ты слышишь? На заднем дворе какие-то странные звуки. Да, слышу. Так, ребята, вы пока пишите комментарии, а мы со спортсменом пойдем посмотрим, что там на заднем дворе происходит. Ребята, погнали с нами! Кушать! 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 Так, 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 ребята, тихо-тихо, давайте не будем шуметь. Может, вожатая еще не проснулась? Да нет, она всегда просыпается раньше нас, поэтому она не может спать. Вот именно, она сначала просыпается, потом делает зарядку. После этого она идет в магазин на несколько часов. Только тогда она приходит из магазина, начинает готовить нам кушать. И потом будет нас всех. Ну все, ребята, давайте ее дальше звать. Да, там мы все голодные. Кушать! Посмотри, посмотри, кушать они хотят. А чего вожатая их не кормит? Не знаю. Ну, так ее на кухне нету. И вообще свет не горит. Может, ее в лагере нету? Да быть такого не может. Она бы нас предупредила. Идем поищем, где она. Идем! Кушать! А вообще, сегодня кто-то видел вожатую? О, нет, я ее сегодня не видела. Я тоже ее не видела. А я тоже ее не видела, только вчера перед сном. Да, наш отряд тоже видел ее перед сном. Она нам пожелала спокойной ночи и ушла. Ага, значит, она еще спит. Продолжаем дальше. Кушать! 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 Я так и знала. Нормально вообще. Вожатая тут спит, а мы всем лагерем голодные ходим. Мы и в магазин сходили, и все отряды вот уже проснулись, кушать хотят. А наша вожатая спит. Что делать будем? Что делать? Будить! Джессика, Пет, просыпайся! Что? Где? Когда? Вожатая, вы проспали. Как это? О, точно! Мы все завтракать хотим, проголодались уже, все вас заждались. Отряды, доброе утро, завтрак будет готов через час, не раньше. Что? Через час? Да я столько не выдержу. Я тоже. Что? Какой час? Мы столько не выдержим. А что мы будем целый час делать? Что-что? Ложки облизывать и завтрак ждать. А мы со спортсменом побежали помогать вожатой. Да, чтобы быстрее приготовить завтрак. А вы тут сидите и не тарабаньте. И ждите. Так, ребята, я знаю, чем мы займемся. Я предлагаю вам 24 часа челлендж. Мы станем детьми. Какие 24 часа? Мне хотя бы час без еды продержаться, а тут 24. Не, я не выдержу. Да мы будем делать все как обычно. Будем завтракать только, будем веселиться и капризничать. И посмотрим на реакцию нашей вожатой. Как вам идея? Отличная идея! 24 часа челлендж быть детьми! 24 часа челлендж быть детьми! 24 часа челлендж быть детьми! Сейчас поиграем! Ребята, а чтобы нам было интереснее, у каждого будет своя роль. Вот ты романтик и ты ботан, вы будете непослушными детьми. Вы будете бегать, прыгать, веселиться, никого не слушать. Окей. А ты, Нюша, будешь капризной. Ты будешь все время капризничать. Будешь говорить, что каша невкусная, погода не такая. Хорошо, все поняла. Я в детстве как раз таким ребенком и была. А мы с тобой, Ботанша, будем приставучими детьми. Мы будем приставать к вожатой, Даше, спортсмену, привлечь их внимание, чтобы они от нас устали. Отлично! Ну что, ребята, все-все понятно? Да! Да!
Ребятки, мне нужна ваша помощь. Давайте быстрее накормим наши отряды. Они такие голодные. Хорошо, давай даже остальных ребят позовем. Да, чтобы они нам помогли накрыть на стол. Точно. Ребята, а вы любите овсяную кашу? Если да, пишите в комментариях. Если нет, тоже пишите. Я все комментарии ваши прочитаю и поставлю лайки. Ребята, нам нужна ваша помощь. А что, собственно, происходит? Я пока понять не могу. Ты, Хвач, нет, ты, кто-то убежал, Романчик. Кто-то не убежал. Ты, Хвач, нет, ты, Хвач, ты, Хвач. И вообще, мне твои очки нравятся. Вот очки, Хвач, ты, Хвач. Нет, ты. Нет, не поймаешь. Ты не поймаешь. Не ушел! Ну чего ты ноешь? Хватит ныть! Я хочу играться с девчонками, а они со мной не хотят! Мне скучно! А что это вообще происходит? Одни вон бегают, в Квача играются, вторая сидит, ноет! А девочки вообще в слаймы играют! Ребята, нам нужна ваша помощь! На стол надо накрыть! У меня слайм лучше! Нет, у меня лучше! У меня красивее! Нет, это у меня красивее! Посмотри, какого он цвета! А у меня синенький! А у меня оранжевенький! Ну и что, мне все равно красивее! Ребята, идите с нами поиграть в слаймы! Они такие крутые! Классные! Тянутся! Да, они сейчас прикалываются или они реально детьми стали? Не знаю. Ребята, так, давайте с вами договоримся. Вы убираете слаймы и идемте помогать. Нет, мы не хотим вам помогать. И не будем. Мы хотим играться. Ну поиграйте с нами. Посмотрите, какие они классные. Там не свой. Вот, там не свой. Вот, посмотрите, какой он красивый. Классный. Смотрите, какой красивый. Я Хвач, да, иди да, сюда, да, иди, иди сюда, нет, погоню тебя, ты Хвач, Нёся, погнали с нами играть. Я не хочу с вами играть, я хочу играть с девчонками. Да ну тебя, давай, ты Хвач, догоняй. Нет, Ахтыш, я тебя догоню. Давай, попробуй. Ну поиграйте с нами, ты чего? Так, это, нам нужно позавтракать, девчоночки. Да, давайте встаем. Давайте. И идем, сейчас будем кушать. Давай, Катюха, давай. Я не хочу завтракать, я не хочу. Нюша, убегаешь. Сейчас ее догоню. Давай. Девочки, садимся. Нюша, я тебя все равно догоню. Нюша, может ты мне все-таки объяснишь, что с вами всеми происходит? Я не хочу завтракать, ты меня слышишь? Не хочу. Я хочу играть с девочками в слаймы, а они со мной нет. Так, Нюша, всем нужно покушать, так что давай сейчас покушаем и все будет хорошо. Так, девчоночки, вы сидите здесь. Романтик и Ботан, идемте завтракать. Ботанша, Катюха, вы мне можете объяснить, что происходит? Мы в слаймы играем. Будешь с нами? Ой, понятно. О, не, ты сначала догони. Да, а потом будем кушать. Ага. Ну же, Нюша, давай идем. Давай, еще чуть-чуть. Так, сиди здесь и никуда не уходи. Даша, сейчас я поймаю этих двоих непослушных. Хорошо, я пока за девочками прослежу. Что вообще с вами сегодня случилось? Ну что происходит? Хватит, Ней! Я догоню тебя, Романтик! Не догонишь! Ботан, стой тут! Сейчас я догоню Романтика, и мы все будем кушать. Романтик, иди сюда! О, не, Ботан, лови! Ну, еще чуть-чуть! Опа! Догоню! Свет выключил! Побежали! Давай, бежим! Ребята, вы что, со мной шутки шутить вздумали? А ну-ка, стойте! Сейчас вы оба садитесь за стол и завтракаете, а то весь день голодными ходить будете. Давайте. Идите. Спортсмен, ты мне можешь объяснить, что вообще с ними сегодня происходит? Сам не знаю, но поведение мне их не нравится. Пойдем за стол.
Слушай, спортсмен, может быть, вожатую о помощи попросим, потому что мы с тобой не справляемся. Даша, не нужно никого звать, мы сейчас с ними сами разберемся. Ребята, вот что с вами происходит? Вы как маленькие дети. Эти в квача играются, непослушные, а эти со слаймами возятся, приставучие. Нюша, а ты посмотри на себя. Ты как маленькая девочка в магазине выпрашиваешь у мамы игрушку. Вредная и капризная. Все-таки ты права, у нас ничего не получится. А я тебе о чем говорила, идем к вожатой. Ребята, походу у нас классно получается притворяться детьми. Да-да, отдай очки. Не отдам. Отдай, говорю. Не отдам. Отдай очки. Нет, мои. По-моему, челлендж проходит на отлично. Мы справляемся со своими ролями. Девочки, мальчики, вы молодцы. Давайте пятюню. Давай, спортсмен, начинай. Давай лучше ты. Давай ты. Ну, давай ты. Ладно, Джессика говорит, мы с ними не справляемся. Это какой-то ужас. Мальчики бегают, в кача играют. Я их пытаюсь догнать, а они от меня убегают. Они какие-то неуправляемые. Катюха и Баташа нашли какие-то слаймы, приставали к нам. Мы еле от них отцепились. А Нюша, она целый день сидит и капризничает. И не пойми, что она хочет. То она хочет с девочками в слаймы играться, то она не хочет завтракать. Мы, Джессика Кэт, без вашей помощи не можем справиться. В лагере поведение отвратительное. Я сейчас с ними за 5 секунд справлюсь, вот увидите. А пока я пошла, вы кашу наложите в тарелки и выносите на улицу. Непослушные они. Не, ну ты ее слышал, за 5 секунд она с ними справится. Мы за ними полдня бегаем, а она говорит, что за 5 секунд. Ладно, давай кашу накладывать. О, вожатая идет, продолжаем быть детьми. Я не хочу кашу, я не буду. Я хочу сладкое, я хочу тортик. Я хочу пирожные. А я хочу рулетики. А я хочу конфеты. Точно, конфеты. Конфеты! 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 Так, а кто это здесь не хочет кушать овсяную кашу? А знаете ли вы, что овсяная каша очень полезная? Ее на завтрак любят кушать самые популярные мировые звезды, потому что, употребляя на завтрак овсяную кашу, внешний вид кожи, волос и ногтей становится намного-намного лучше. А еще в овсяной каше содержится витамин В, который нормализует нашу нервную систему, и человек становится намного спокойней. В общем, употребляйте кашу постоянно овсяную, и вы будете намного здоровее, красивее и умнее. Обалдеть! Как у вожатой это все получилось? Я не знаю. Магия какая-то. Да не магия, просто вожатая взрослая, и они ее слушаются. Так, ребята, не забывайте, у нас челлендж. Конфеты! 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 А нет, ничего не получилось. И что будем делать? Не знаю, давай им хотя бы кашу отнесем. Ну пошли. Конфеты! 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 Бессовестные! Джессика Кэт старалась вам, кашу готовила. А вы какие-то конфеты хотите? Давайте кашу кушайте. А мне? А ну-ка отдай. Это моя каша. Моя будет. Нет, моя. Я хочу быть, как вожатая сказала, красивым, умным и здоровым. Ты да, красивый и здоровый, а умным надо быть мне. А ну отдай. Я дам. Мальчики, прекратите. Я поняла, что здесь происходит. И я знаю, как это все предотвратить. Спортсмен, Даша, идемте за мной. Слушай, ты же хотел кашу, да, быть умным и красивым? Держи, кушай. Это она мне уже не нужна, сам кушай. Так нет, ну ты же хотел, вот и кушай. Ну вот уже не хочу, ешь сам. А захоти. Ну что, как вам идея? Идея супер! Идея просто бомбическая! Идемте. О-о-о! Они ушли! Ребята, мне кажется, они даже не догадываются, что мы притворяемся детьми. Мне все нравится, поэтому продолжаем челлендж. Вот только кашу кушать я не хочу, лучше слаймом поиграюсь.
Итак, мальчики, челлендж продолжается! Нюша, дай мой слайд. Не отдам. Ну, когда наиграешься, отдашь. Ну, хорошо, поиграю и отдам. Погнали! Погнали, ты квач. Ух ты! Теперь давай догоняй! Догоняй! Давай, не хватит! Иди сюда! Отряды! Мы с ребятами идем в кино на очень интересный фильм. Ну, а так как вы маленькие, у вас по расписанию тихий час, поэтому всем спать! Ребята, напишите в комментариях, правильно ли мы поступили. Ведь мы это сделали, чтобы проучить наших друзей, так как нам кажется, что они баловались специально. А также ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. И всем пока-пока, чмоки-чмоки, муа! Ну все, Даша, нам нужно торопиться, потому что мы опаздываем на фильм. Бежим! Да-да-да! Что? Они в кино? И без нас? Это нечестно! Доигрались! Челлендж не удался!